При этом в регионе выявили факты незаконной торговли дизтопливом. Его продавали только иностранным грузовикам, чтобы получить двойную прибыль. А местным автомобилистам говорили, что топлива не осталось. В Акимате области создали рабочую группу. Она будет мониторить ситуацию. Ежемесячная потребность Туркестанской области в дизеле составляет 33 тысячи тонн. У нас карточки. Заправляемся по карточкам. Отпускают по 300 литров дизеля в сутки. Выдают по 230 тенге, в основном по талонам. Если нет талона, приходится вставать в очередь. Создана специальная мониторинговая группа с участием депутатов районного маслихата, руководителей районных палат предпринимательства, общественных организаций под председательством заместителей акима района и города, ответственных за горюче-смазочные материалы. В случае первого нарушения будет выноситься предупреждение. При повторном нарушении автозаправочная станция лишится лицензии.